В кухне подпол есть, и в зале подпол есть. В зале подпол. Чердаки есть? Они между собой сообщаются, зал где, скажи конкретно. Правый, левый, где? В каком углу? Прямо посередке. Посередке. Подпол под всем другом. Ну, Геннадий Григорий Дмитриевич. Григорий Дмитриевич. Здравствуй, с тобой разговаривает полковник полиции Гагарин Сергей. Григорий, дом окружен. Тебе ничего не остается делать, как только сдаться. Ты уже много жизни унес. Впереди еще суд, впереди жизнь. Все впереди может измениться. Не надо больше губить ничью душу. Выходи с поднятыми руками. Брось на землю оружие. Выйди. Брось оружие. Я тебе гарантирую, что ты останешься жив. На враг осторожнее, оружие не трогайте, подключите. Я уже проверил, оружие пустое, все нормально. Это Николаев, да? Здорово.